Привет, друзья! Сегодня празднуем Масленицу, и на самом деле, мне кажется, блины – это, пожалуй, самое вкусное лакомство, но далеко не самое полезное. И сегодня я предлагаю попробовать вместе приготовить полезные блины. Если честно, для меня рецепт полезных блинов из чечевицы – это тоже эксперимент. Итак, нам понадобится чечевица, мы предварительно ее замочили, одно яйцо, и на выбор будем использовать либо кокосовое, либо оливковое масло. Итак, готовим чечевичное тесто. В рецепте всего три ингредиента. Крупу, одно яйцо, растительное масло и специи взбиваем в блендере. Консистенция получается довольно густая. Можно добавить немного воды или растительного молока. Наше чечевичное тесто готово. Сейчас проверим его в деле. Приступаем к жарке блинов. Согласно рецепту, выпекать блины нужно на сухой сковороде. Но чтобы первый блин не получился комом, в самом начале добавим буквально каплю растительного масла. Тесто довольно густое, поэтому важно его быстро распределить по всей поверхности. Выпекаем буквально минуту. Как только края начнут легко отделяться от стенок, переворачиваем. Готовый блин смазываем сливочным маслом. Блины из чечевицы в свой рацион включают нутрициологи и эксперты по правильному питанию. Чечевица – это отличный вариант растительного белка, витамина А, группы В, а также чечевица содержит полезные микроэлементы и клетчатку. Ну что ж, рецепт чечевичных блинов оказался вполне удачным. Ни один блин не получился комом. И я напоминаю, этот вариант блинов не сладких, поэтому вполне можно подавать на завтрак с творожным сыром и, к примеру, рыбкой. А еще чечевичные блины – это отличный вариант гарнира к ужину.